қайырлы күн құрметті әріптестер бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері орталық коммуникациялар қызметінің алаңына қош келдіңіздер бүгінгі біздің шұғыл баспасөз конференциямыздың себебі олимпиада ойындарының екі дүркін чемпионы еліміздің мақтанышы илья ильинге қатысты халықаралық олимпиада комитетінің жасаған мәлімдемесі болып табылады добрый день уважаемые коллеги добро пожаловать на площадку службы центральных коммуникаций как вы знаете национальный олимпийский комитет республики казахстан получил официальное уведомление от международного олимпийского комитета о примененных санкциях в отношении двухквар... двухкратного олимпийского чемпиона спортсмена Ильи Ильина. Я думаю, более подробнее обо всем об этом расскажет наш гость Илья Александрович Ильин. Но прежде мы хотели бы сказать вам нашу позицию позицию моих коллег о том, что медали не медали, в любом случае вы чемпион, вы национальный герой. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, мне очень приятно. Спасибо за поддержку. Конечно же, в первую очередь, я ну, решился, ну, решил на как я услышал сегодня эту новость от СМИ, нашего, от казахстанского СМИ, что вот это произошло все-таки. Э, логическое завершение этого всего, э, всего нашего, ну, так сказать, олимпийского негативного рандеву, грубо говоря, да, с моими медалями и с нашими медалями общего мира по, э, по отношению Пекина и Лондона, все-таки завершилось. В конце концов, в лице меня и как я и говорил, что когда это все произошло, я всех собрал, всех, ну, в зал, когда я еще готовился к рио де к Олимпиаде, и сказал, что когда это все закончится, ну, обратно я как бы, посодействую, чтобы мы все собрались, и максимально я, ну, э, все, что, какие вопросы касаемо моих медалей, меня, я все, ну, стараюсь ответить, и как бы ни было сложно или там не было... Э, хорошо или плохо все равно надо встречаться надо разговаривать надо собираться и надо э, какие-то выводы делать то есть нам всем всей стране тем более народ весь поддерживает я благодарен народу за то что очень я реально я я держусь за то что из-за того что я никогда не проигрывал на помосте и держусь от того что мне народ поддерживает и говорит что он со мной и и ну, все, кто видел эти победы, он понимает, каким трудом это дано и досталось. Так что я хотел бы поблагодарить всех людей, кто поддерживает меня, поддерживал и будет поддерживать всех, кто верит в меня. И ну, я живой, и у меня еще все впереди. Я думаю, что победы, может быть, не на Олимпийском, там, каком-нибудь помосте, но в любом случае будут победы как личностного характера. То есть, вот, ну, что я могу сказать? Я сейчас потрясен, конечно, я в шоке я сегодня днем ну, буквально до того как пойти ну, я занимаюсь английским языком вы все знаете до, до этого узнал вот эту вот новость как бы узнал это от сми то есть никто мне ничего не ну, то есть я узнаю это со средств информации так же как и все то есть официальный источник для ну, как бы сми. Вот, был немножко шокирован, но собрался, занимался, потом пошел на тренировку, то есть я продолжаю работать, заниматься, э поднимал штангу, потому что это моя душина. Я э люблю этот вид спорта, и этот вид спорта заряжает мне энергией, э дает мне успокоение и какие-то мысли, чтобы собраться. Ну, то есть, вот при, ну, в момент, когда я -то занимался, я решил, что надо собрать, ну, как бы, собраться со всеми и объяснить, рассказать вообще, в чем. Мои мысли вообще какие на этот счет и что я вообще сейчас чувствую, потому что люди спрашивают действительно. Спасибо еще раз за поддержку. Вопросы? Да, конечно, можете задавать вопросы. Уважаемые коллеги, мы Максимально приходим к блоку вопросов. Ответить. Да, спасибо. Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к нашим редакторам. Они с микрофонами с двух сторон зала. Прежде чем перейти к блоку вопросов, просим вас придерживаться этических норм в вопросах. Ну и соблюдать, конечно, тему нашей пресс-конференции. Пожалуйста, если есть вопросы. Илин, добрый вечер. Я здесь, Анвар. Как ваши дела? Хорошо, спасибо. Телеканал Астана, программа Еляуза. Да, Илин, расскажите, пожалуйста, вы сейчас вот говорили, что активно занимаетесь английским. Вы поступили, сейчас вы студент. И вот буквально месяц назад вы стали государственным служащим. Расскажите о вашей работе в Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан. Да, я, я, буквально недавно поступил на менеджмент, на MBA. На, пока я, правда, был всего лишь на одном занятии, так как у меня 9 декабря все начинается, и вот сейчас мне нужно еще немножко нагонять. Вот на субботу, воскресенье у меня будет еще занятия. То есть я начал бизнес администрирование я считаю, что это нужно для того, чтобы завтра в будущем понимать, что такое, ну, что такое работа в плане того, чтобы если хотя бы что-то я буду думать о бизнесе, это нужно знать, то есть как штангу поднимать, также я что-то должен изучать, чтобы понять, как правильно управлять. Без навыков, без образования я не смогу это сделать, поэтому я решил поступить. И, честно говоря, ну, нужно время свободное куда-то девать от того, что, ну, э, все, спортивная карьера, к сожалению, как бы не было печально закончилась. Нужно переворачивать эту, как бы уходить, закрывать эту дверь и открывать новую. И чтобы открыть новую дверь, нужно знание. Вот я решил поступить и параллельно, то есть век живи, век учись. У нас мы не, мы не живем как бы два века, мы живем один век максимум, люди, и поэтому нужно все, все делать вовремя. Да? Поэтому я попытаюсь сейчас поступить на MBA и параллельно, то есть открыть какой-то маленький, может быть, бизнес, не знаю, заниматься чем-нибудь таким, чтобы параллельно как бы практику, теорию превращать в практику. Вот. По поводу моей работы, в дирекции статных национальных команд Не знаю, это хорошо или плохо, но я написал заявление об уходе, потому что я посчитал, некоторые люди ну, писали, что ну, я не имею права работать в спорте, как бы и я подумал, что это действительно так. И не стал торопиться с принятием решения, что я буду работать именно в спортивной в олимпийском, ну как бы в олимпийском движении, так сказать. Потому что, во-первых, я действительно не, не, не имею права это делать. Во-вторых, я еще не готов к тому, чтобы э, идти на работу и работать, делать, ну, что-то советовать там людям. Ну, это мое решение. Я попросил до января подождать, может быть, что-то изменится в, мои, в моих мыслях. Но пока я не работаю в Дешенко. Еще один вопрос ага. с, вашего, с вашего разрешения. Сегодня ваш личный тренер писал о том, что медали он не будет отдавать. Вот ваше мнение, медали будут отдавать? По поводу медали я не знаю. Я, честно говоря, не знаю, в, в, там олимпийской харте что говорит и что вообще, какие, какие там мы должны что делать. Но многие ребята говорят, что медали там не отдаются и так далее, но э, я не могу, допустим, пекинскую медаль. Э, ну, закон как бы и закон, меня забрали эти медали. Я не могу держать эту медаль и не отдать ее, например, Шимону Колецкому, который ну, занял второе место. И как бы не могу сказать, извини, я не дам тебе все равно медаль. Потому что, во-первых, это мой близкий человек, он близкий мой друг. Он... Дружба – это такое понятие очень высокое для меня, я считаю. Тем более он даже был больше мне, чем друг. Он помогал в тяжелые минуты, и когда именно мы готовились на Лондон, я был часть подготовки у них в Польше, и каждый год езжу туда, как вы все знаете, я постоянно выкладываю видео, как мы дружим, я не могу просто не отдать ему медаль. Я приеду к нему в гости, захвачу медаль, скажу, вот что он, ну, как бы, нужно это сделать. А вот лондонская медаль немножко сложнее, а я не знаю, кому ее отдать. Там, по-моему, до девятого места парни все залетели, а десятый просто не сдавал допинг-контроль. Вот с этим сложнее мне. Вот пусть мне не скажут, кому дать медали. Пусть они да тоже сдадут допинг Не знаю, как они создадут эту ситуацию. Чтобы ну, было как бы по-честному. То есть, ну ладно, там пусть. Получается, непонятно, не кому давать медаль. Вот. Если будет понятно, ну будем вести. Я, к сожалению, должен это сделать. Я, может быть, не знаю, многие люди меня скажут, да нет, это же ну, кровью там, и потом, и там, чем только все, все, что, все, что можно было, я перетерпел на помосте, и вы все знаете, мне 17 лет, ну как бы мою историю карьерного роста моего, довольно-таки такая, не, нелегкая такая э, история. Ну, придется отдавать. Пока, на данный момент. Может быть, в будущем что-то изменится, что я думаю, по мере э, в протяжении какого-то времени, я думаю, что-то будет какие-то изменения, все равно в олимпийской харте, в олимпийском движении и все этот весь этот непонятный беспредел, я думаю, что он когда-нибудь закончится и все-таки атлетов будут уважать, ценить больше в олимпийском движении, нежели вот так вот ну поступать. Ну это мое мнение, как бы я думаю так. Вот буду отдавать, надо надо будет вести медали и отдавать. Спасибо за ответ. Пожалуйста, следующий вопрос на очереди у нас телеканал Евразия. Здравствуйте, Юлия Волкова, журналист Первого канала. У меня такой вопрос. Да, сейчас медали отобраны, забраны, но все-таки есть еще последняя инстанция, можно подать апелляцию. Будете ли вы ее подавать, потому что все-таки бороться надо до конца, мы в вас очень-очень верим, и даже несмотря на то, что даже если у нас медали не будет, вы все равно для нас чемпион. И вот Спасибо. будете ли вы как-то все-таки продолжать судиться, потому что никто не исключает возможность какой-то ошибки. Это вот первый вопрос. И вот касательно сроков дисквалификации, если получится так, что они будут достаточно маленькие, есть ли какой-то шанс, что вы все-таки будете готовиться к следующей Олимпиаде? И, потому что, как мы помним, вы говорили, что если нет Олимпиады в Рио, то следующую вы в любом случае победите. Мы вот Mm -hmm. ждали все этого, вот хотелось бы спросить об этом. Да. Спасибо. По поводу апелляции я, конечно, подумаю над этим и ну, как бы думал, но я честно говоря, сегодня я решил, что это конец, а вот вы мне маленькую надежду такую на, на будущее <laughs> медали мне дали. Поговорю, там все, что максимально, думаю, подумаю над тем, чтобы подать апелляцию и да, в дальнейшем работать над это. Но это надо будет мне совсем по-другому действовать. Что-то надо делать, создавать... Такое, не знаю, ну, наверное, уже идти своим путем и, наверное, каких-то других, может быть, адвокатов, ну, тех, кто меня там защищает, нужно, нужно будет менять, связываться с кем-то, с какими-то другими силами, которые мне могут помочь. То есть, там вот те ребята, которые, ну, э, наняты, э, так сказать, федерацией, они ничего не могут сделать. Вот. А, по поводу Токио... Я поднимать буду, я очень люблю поднимать штангу, и у меня очень, сил, очень много силы, на самом деле. На помосте я никогда не проигрывал, и, и, и не знаю еще, вряд ли проиграю, если я выйду на него, на этот помост. Потому что ну, никто еще не выиграл, и никто еще официально там, не доказывал мою виновность там, в чем-то. Я все сделал честно и красиво. А вот разочарование по поводу того, этого всего, у меня есть, существует. А когда есть у человека разочарование в том, где он занимается, ну, то есть, он, я не буду вырабатываться на 100%, потому что меня, а где где, где вероятность того, что, во-первых, я просто, ну опять что-нибудь придумает, опять что-нибудь такое э, нарисует, вот. А по поводу тяжелой атлетики. Есть много вариантов, которые можно подымать. Все-таки есть у нас сейчас интернет, люди знают, видят, и многие ребята хотят, чтобы я подымал. Все понимают, в чем дело, и как бы, ну то есть им нравится смотреть на то, как я подымаю штангу, а я подымаю штангу неплохо, очень хорошо. Это самое то, что я умею делать, и то, что мне действительно дано, ну, как бы по природе. Вот и свой, свои данные я не намерен просто оставлять. Я буду ими делиться, я буду рассказывать об этом, буду стараться придумывать какое то ну, какое-то какое направление, где можно поднимать штангу и можно поднимать так, что это будет зрелищнее, нежели ну там может быть чем на Олимпийских играх даже ну в общем такие. По поводу тяжелоатлетики у меня большие такие интересы, я буду поднимать штангу. Ну, вот, не знаю. Спасибо за ответ. Илья, я хочу напомнить, что вот, анонсирует это мероприятие о том, что э, нас посетит Илья Ильин, сделает такое заявление. Э, мы э, делали замеры в социальных сетях, и там тоже очень поддерживают вас. Все те же заявления, которые здесь сегодня сделали наши коллеги в отношении вашего чемпионства, что оно бесспорно для казахстанцев, это точно. И есть некоторые вопросы, если позволите, я их задам от имени да, пользователей. Это Леонид Юрьев, спортивный журналист. Тренеры Ильи заявляли, что единственный способ оправдать спортсмена – оспорить сам метод перепроверки допинг-проб. Почему, на его взгляд, оспорить этот метод не удалось? Честно говоря, я даже не знаю. Почему нет перепроверки? Все перепроверяли, наверное, поэтому. И... Наверное, все перепроверяли уже и там все, что было, обнаружили, наверное, скорее всего, поэтому, потому что все в этом плане, наверное, максимально что-то, что -то, все, все, что можно было сделать, адвокаты сделали. Я думаю, так. Спасибо. А может, нет, я, честно говоря, не знаю, почему в этом плане. По-моему, проверяли, и там все было обнаружено, все, что было. Да, то есть вот так. Спасибо. Следующий вопрос. Казанформ, пожалуйста. Казахстан от своих чемпионов не отрекается. Есть в обществе такая точка зрения. Как вы почувствовали на себе поддержку казахстанского сообщества в этот непростой для вас период? Ну, я еще раз, да, я уже говорил, еще раз буду говорить. И я всегда я всегда чувствовал поддержку народа, когда я даже был на помосте, когда мы поднимали олимпийские медали, когда были ситуации сложности и вне, там, вне помоста, и что сейчас даже происходит. Меня всегда поддерживал президент наш и народ. Потому что ну, наверное, народ понимает, как я работаю и видит это, и народ, это большое, количество людей, которые, которые просто ну, говорят то, что чувствуют. Вот поэтому. И, наверное, я, ну как бы, я делал все максимально и максимально отрабатывался. Я служил, служу Республике Казахстан как следует, достойно. И я благодарю народ, благодарю всех, кто меня поддерживал, поддерживает. И я сейчас держусь на, вот, на людях, которые меня понимают и понимают, что Реально ситуация такая, что всю жизнь, ну еще, <laughs> всю жизнь Паша еще и виноват остаешься. <laughs> То есть вот так получилось. Сегодня я вот так про себя немножко сказал. И смотрел сегодня, как супруга на меня смотрит, она поняла, что, ну, она не, не знала, не знала, а потом поняла, в чем дело, и на меня смотрит. А я говорю, мне, мне еще самого себя жалко, говорю. <laughs> ну это так, шутка такая. А, ну, действительно, спасибо народу, что меня поддерживает. Спасибо, что рядом. Спасибо, что слова благодарности за то, что я что-то делал для страны, и слова поддержки, это дорого стоит тяжелую минуту. Спасибо, спасибо за ответ. Хабар-24, пожалуйста. Здравствуйте, Илья Сабина Торгаева, Хабар-24. Хотелось бы прояснить такой момент. Вот вы сказали, что написали заявление по собственному желанию, да, так как считаете, что не имеете права занимать эту должность. Проясните эту ситуацию. Почему вы так считаете? Потому что репутация запятнана, если вы все-таки не употребляли допинг, и ваша совесть чиста в первую очередь. Спасибо. Ну, во-первых, так говорит Хартия Олимпийская, это в первую очередь. Ну, то есть там и некоторые ребята тоже, ну, люди, которые. Ну, все равно надо смотреть на людей, которые говорят: ну, слушайте, он ну, не может как бы заниматься там. И я не хочу тоже запятнуть. Ну, как ни крути, я, ну, репутация все равно затронута. И э, если моя, ну, моя совесть чиста, я работал честно, все в порядке, но. Э, вот эти анализы, которые нам предоставили, и предоставила огромная контора, которая там, она просто может ничего, ну, там может, ну, ничего не сделаешь уже. Она говорит о том, что, извини, ты не можешь работать. Я подумал, что я не то, что из-за этого даже, даже в какой-то степени это одно из частей, которых я как бы подумал над тем, что значит. Зачем, ну, как бы, ну, вот зачем мне пока работать, когда я сейчас должен собраться мыслями и чем-то конкретно понять, куда идти дальше, поставить цель, направление выбрать, а потом сказать, возьмите меня на работу? или там, э В общем, нужно собраться мыслями, потом куда-то идти на работу и что-то там советовать большой структуре, которая уже давно без меня работает и там нечего даже ей советовать. А сейчас чуть-чуть вот я немножко сдала вот этого сегодняшнего как бы дня логического завершения этого всего надеяться может быть на чудо какое-то. Ну, чудо не случилось, ну как бы. Но в любом случае как ни крути это логическое завершение. Теперь нужно отсюда уже с сегодняшнего дня как-то думать дальнейшую, как бы строить дальнейшую карьеру, как-то планировать, смотреть. На самом деле же много вариантов, где можно быть ну, нужным. вот и поэтому я как бы решил, что пока нужно мне написать заявление и не торопиться с поспешащими выводами в плане своего дальнейшего действия. Вот. Спасибо. Следующий вопрос. Спортки извест, пожалуйста. А, Анауар, Илья, еще раз повторюсь, что вы великий чемпион и великий Спасибо спортсмен. Большое. Да, вне зависимости там, от чего-то еще. Илья, вот философски, да, время прошло определенное. Как вы к этому относитесь? Это определенное испытание. Это ваша проверка на прочность, да, потому что вот мы так, когда тексты пишем, появляется испытание, что вот. Илья Или, который никогда ничего не проигрывал, у которого всегда спортивная карьера только на высоте. И, возможно, да, вот когда мы там рассуждаем о Илье Лине, как о великом спортсмене, мы иногда думаем, что возможно нужен такой удар, чтобы Илья Илин доказал всем в мире, что он настолько силен, что он может все это преодолеть. Вот как вы так к этому относитесь, и что будет Илья? Важный вопрос с этой с вашей командой, то есть про Зайчикова, про Уванова, какая будет дальнейшая mm -hmm. история с ними? Ну, про ребят. Ребята дальше работают, занимаются. Про команду пока я, опять же, ну, раз тренирует. Честно говоря, пока я отошел от команды. Ну, с ребятами я общаюсь, созваниваюсь. Команда, ребята есть ребята, с атлетикой, есть тяжелоатлетика. Тренироваться будут, они найдут, найдут, где тренироваться, потому что высокий класс мастерство ребят никуда не деть, и они это умеют делать и больше кроме этого они пока как бы ни, ничего не умеют поэтому я думаю по поводу команды я пока мы не думали ничего опять же думаем в начале года что-то ну, у меня есть одно из направлений создать свою опять же команду ну аля там астана тим или там или Ильин тим ну то есть на более такой уровень вывести ну уже такой коммерческий, так сказать, как это делается, ну, клубный, клубный. Вот, у меня есть такая мысль, но ну, это потихоньку, наверное, с весны, зимой, будем, ну, поговорю с ребятами и буду в этом направлении двигаться, так как я уже не... См... Ну, то есть я могу создать клуб, потихоньку собрать ребят, молодых, плюс своих ребят, и давать какие-то навыки, знания, тренировать их. Если, ну, как бы, ну... И совместно работать, вот таким образом я смогу работать и с государством, то есть с, и с Олимпийским комитетом, и с, с Министерством, и со всеми. То есть, конечно, это самый такой выход, который будет грамотный, где я могу тоже поднимать штангу. То есть это создать свой клуб. Я выступаю не Олимпийские, там движение олимпийское. Я выступаю там, где я могу выступать. Ребята выступают там, где они могут. И плюс выступают еще... То есть в клубах, клубных соревнованиях, то есть это такой один из выходов из ситуации. А по поводу вот первого вопроса, я тоже об этом думал, я, я очень много. Ну, наверное, я как-то говорил, что есть время проигрывать, и есть время выигрывать. Сейчас время, наверное, немножко отдать должное. И и, ну, как бы, держись, Илюха, да. Я вот сегодня прям в голове у меня это много в голове было. Держись Илюха. Наверное, надо удержаться, вытерпеть это какую-то тяжелую ситуацию, сложности. Потому что в любом случае, все равно я становлюсь взрослее. А если такие серьезные ситуации, я становлюсь три раза взрослее и три раза осторожнее, умнее и мудрее. Поэтому думаю, что... ну… И если я смогу выдержать, ну то есть мне дано, потому что я могу это выдержать. И я максимально как могу выдерживаю. То есть сегодня есть время проиграть, я проигрываю достойно вот так, грубо говоря. Ну на помосте я всегда первый. И на помосте вряд ли кто у меня выиграет в ближайшие там, 10 лет, если я буду выступать. К сожалению, вот так я сегодня я чувствую себя. Может быть, завтра я проснусь, и у меня будет улыбка на лице, и все будет хорошо, и дальше будем думать о как... Как строить, ну, как строить свою жизнь и спортивную карьеру также. Спасибо, спасибо за ответ. Следующий вопрос на очереди. Телеканал Астана. Говорите, пожалуйста. Так безусловно, все будет хорошо, мы в это верим тоже. Спасибо Илия. большое. Минингесим Девримик, Астана Телярна Снан, Срахмандайвултер, Сайт Тенза, Лондон, да, Бернжорнан, Тоузен Шоурангадин, Жигит Тертинг, Жарда Ирадуша Ругана. олармен сөйлесіп тұрсыз ба олар не істемекші ойында не бар екен олар ә, апелляция бере ме екен екінші сұрақ мынандай ә, кейбір ә, адамдар деп ә, айтайық осы жағдайға байланысты ауыр атлетиканың президенті алексей ниді кінәлап жатты осы турасында сіздің ой пікіріңіз қандай я можно перевести чтобы я дословно конечно не понял Вопрос был таков: те спортсмены, которые с первого по девятое место попались, так сказать, на допинге, да. созваниваетесь ли вы с ними? Будут ли они подавать апелляцию? Это первый вопрос. И второй вопрос в обществе некоторые винят Алексея Ни. Как ваше отношение к этому? По поводу ну атлетов, честно говоря, мы все в разнобой работаем. Нам нас некому собрать, наверное, это и наш минус большой. Может быть, и в конце концов вот последний момент для меня. Давай, давай собраться. Ну я что-то пытался сначала. И, и к ребятам звонил, и парочку людей. Ну, там тоже они в растерянности, абсолютной растерянности, не знают, что делать. Вот, может быть, все-таки мне стоит созвониться со всеми. И... Ну, как бы все вот так вот, все в шоке, не понимают, в чем дело. Как вообще? Почему? Откуда вообще это взялось? И вот, вот все вот так вот. И уже потихоньку начинают заниматься своими делами. Ну а, ладно, ну то есть люди такие, ну, кто-то так, так потихоньку ему, ну как бы, ну что теперь сделаешь, вот. ничего никто не может сделать. По поводу Алексея Ни и всех, и в всей тяжелой атлетики, ну что сказать. Ну, я винить никого не вправе. Я сейчас здесь один сижу и сам... Я выигрывал, мы выигрывали достойно. И надо достойно, как бы, достойно встречаться перед народом и объяснять им. Я никого не виню. И ни себя не виню, ни, ни от своих тренеров, ни кто меня окружал, никого винить нельзя. Что было, то было. И вот факт: теперь что сделаешь? Все. Работа, дальше идет. Ну, не мы должны винить, должны выводы делать, люди определенные, я думаю, так, не знаю. Вот. И в конце концов, от этого что-то будет измениться, что ли, если я буду пальцем сейчас так говорить, виноват кто-то. Никто не виноват. Все было, как было, все, все радовались, обнимались. Теперь, ну, в тяжелый момент надо собраться и, и держать удары достойно. Спасибо. Следующий вопрос. Телеканал Хабар. А, добрый вечер, Сабиба Ибасинов. Илья, вы сейчас говорите о том, что вы не употребляли допинг, но в любом случае ВАДА говорит об обратном. То есть это такая позиция, что вы не верите такой авторитетной организации спортивной. Но поскольку у нас отняли четыре золотые медали в Лондоне, вы считаете это совпадение, это система, где искать виноватых? Спасибо искать виноватых тем, кто залез в прошлое и начал копать непонятные вещи. Зачем это нужно вообще было? Вот. Вот это самая непонятная проблема, вопрос. Сегодня нужно. Это... Это же совершенно, ну, такое, ни, ни в какие рамки же не лезет вот так. Ну, там же, там все в порядке было. И сейчас вот взяли спустя там какой-то. Ну, зачем это... Ну, кому нужно вообще ну кому-то нужно значит стало опять виноватых искать ну раз мы виноваты то есть спортсмены ну будем держать достойно опять же говорю удар ну вот перед фактом ну ладно я виноват хорошо что думаете хорошо тому кто сейчас второе место занял или третье он тоже сейчас страдает или кому этим олимпийскому комитету не знаю вада я не, я не я вообще не понимаю в чем происходит сейчас и виноваты, ну, то есть понятно, кто сейчас сидит и получается говорит с вами, наверное, получается тот виноват остался спортсмен. Ну, и, ну, ладно, я принимаю это хорошо, ну, довольно готов даже к самым там самым тяжелым санкциям, которые там сейчас могут мне как бы меня дать. Хорошо, что что еще, ну, хорошо сломали карьеры многим пар парням, девчонкам. Ну и, хорошо, что еще, что еще? В дальнейшем олимпийское движение, ну и в дальнейшем будет так, и Олимпия и ребята хорошие не будут просто выступать на этих, на этих помостах. Будут так создавать проблемы такие, сами все создают. Вон, э -э другие компании, ну типа вот, наборство сейчас, они там, в других, Сейчас много есть коммерческих или там клубных соревнований. То ребят поддерживают, наоборот, делают максимальные удобные условия для того, чтобы они показывали шоу, выступали и достойно отстаивали свой флаг страны и еще и, получается, ну как бы во благо своей, как бы компании, да, работали. Вот куда надо смотреть, а не туда, что вот, там, ну, ну что, что, что большая политика хорошо, ну, ну не знаю, хорошо большая политика, ну убрали все. И, 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 ну, там, да, там явно след, что Беларусь, Россия, там, ну, то есть вот, вот эти э, там еще несколько стран, э, Казахстан. То есть явно виден такой след небольшой, но я не могу на это все судить, потому что я не знаю, кто-то, может, не обнародовал это все вот так вот. Просто ну, решили на государственном уровне не обнародовать это все и все. Может быть, другие тоже страны поймались. Ну, я, я тоже не могу понять, что там происходит. И поэтому винить, ну, кто виноват, тот виноват. Завтра, ну, в будущем это все равно будет более подробнее ясно нам всем, кто на самом деле виноват. Это будущее. А тот, просто кто сейчас слабее немножко по, по каким-то незнаниям, по каким-то там э, причинам, ну, тот сейчас отдувается, наверное. Вот так, может быть. Не знаю, было сейчас больше, ну, мой ответ. Спасибо. Если нет, то отвечу, как могу. Спасибо. Вопрос из соцсети, если позволите. Ага. Пользователь Арман Сакенов. Илья, не буду спрашивать, чисты ли ваши победы, я не сомневаюсь в этом. Спасибо, Спасибо вам за те светлые эмоции в Лондоне и Пекине. Это было замечательно. Вопрос такой. Планируете ли вы заняться тренерской деятельностью? Если да, то в каком городе? Ну, тренерской деятельностью я... Ну не прям вот, прям вот тренером буду работать, а тренерской деятельности, да, конечно, я буду давать семинары, мастер-классы, тренинги. Это одно из направлений, которое будет, будет меня, наверное, кормить ближайший год, можно сказать так. Поэтому, да, буду давать, буду какую-то программу составлять и ездить по, по Казахстану, по странам ближнего, дальнего зарубежья и буду работать над тем, чтобы давать знания людям, как поднимать штангу. Спасибо. Больше, спасибо больше. за ответ. У нас дополнительный вопрос у спорткейса, Пожалуйста. Илья, yeah, вот вы тоже помните это интервью Алексея Ни, которое он дал после Олимпиады в Лондоне. И очень яркая такая была фраза «Четыре золотые, мир нам этого не простит». Ага. Вот может быть мир нам не простил? Я думаю, это Алексей Геннадьевич любит, ну, любит такие вещи говорить. И поэтому ну, он часто такие вещи говорит и... Я не думаю, что это связано с там, четырьмя, ну, четырьмя олимпийскими медалями. Вот мы вот сделали, сейчас у нас теперь всех... Там, не думаю, что это связано с его репликами. Не знаю. Это мое так, мнение. Дополнение будет? Все? Ну нет, все. все Коллеги, буду... есть ли еще вопросы да. в рамках заданной Стал. темы? Пожалуйста, правое крыло, третий ряд, микрофон. Будьте добры, редакторы. Представьте, пожалуйста, султан Унирбайф, фонд развития спорта Казахстана. Я хочу еще раз поддержать вас. Это недавно с нашим, это, с начальником мы, ну, Масиим, разговаривали. И я вас помню и знаю, как позитивного человека очень. И вы рассказывали о своих будущих о перспективах, надеждах. О третьем олимпийском золоте. Первый вопрос. Вы сегодня сказали о а Уильбасе. Вы разговаривали с ним по этому поводу? И второй вопрос. Казахстан ждет надежды от бокса и от тяжелой атлетики больше всех медалей. Что вы думаете о будущем нашей следующей Олимпиаде и как она будет? Ага. Ну, с долгого государством мы не разговаривали на эту тему. Наверное, я не знаю, я... Ну, как бы... Наверное, еще предстоит поговорить на... На... об этом, потому что у президента хватает дел, я думаю, и сейчас нужно мне собраться спокойно и делать то, что я считаю правильным и нужным. Вот. Если, я думаю, президент в курсе об этом и очень переживает, и думает, как правильно там, поддержать наш, нас всех, нас, атлетов, которые сейчас в тяжелой ситуации. Вот. А по поводу дальнейшего, ну, если, если с тяжелой атлетикой вообще мирового, ну, в мировом масштабе характера будет все нормально, то есть не будет вопрос стоять, а его там Дисквалификации вообще от олимпийского движения, хотя, ну, я не думаю, что это так. Медали будут, школа хорошая, медали будут, все будет хорошо. Ну, по боксу я не мастер в этом, ну, как бы, по боксу, а касаемо своего спорта, я скажу: у нас школа хорошая, ребята поднимают очень хорошо, в областях работа идет. Ну, это же, ну, как бы, видно же, что медали. Я думаю, будут лишь бы добраться до Токио спокойно, и спокойно вывести команду. Ну, то есть на помост. Спасибо за ответ. Атамикен, пожалуйста. Спасибо, Юлия, за те незабываемые моменты нашего mm -hmm. И мой вопрос такой. Нет ли у вас были мысли такие, которые, вот, например, не только Казахстан, но и другие наши соседние страны, России, Беларуси, те спортсмены, которые участвовали на Олимпийских играх, тоже попали в допинг-скандал, например, Ирина Исимбаева, да? После того, как Елена Исимбаева попала тоже в допинг-скандал, она начала работать сейчас в Международном Олимпийском комитете. У вас не были такие мысли работать в Международном Олимпийском комитете? Спасибо. Ну, у Елены Езимбаевой немножко ситуация другая, она не, не была увлечена в допинг-скандале, допинг она была просто дисквалифицирована вместе со всей командой легкой атлетики на, на Олимпийские игры. Вот поэтому ей можно работать в Мировом Олимпийском университете, мне уже нельзя работать в Мировом Олимпийском в ближайшие, там, не знаю, наверное, 8 лет, потому что я, ну, как бы уличен в допинг-скандале, к сожалению, это так. Вот. И... Вот поэтому мне, мне как бы, ну, честно говоря, отобрали и работу, и любимое дело, все вместе сразу. <laughs> поэтому нельзя. Ну, конечно, в будущем есть другие двери, куда можно открыть, спокойно идти. Но Олимпийский комитет для меня закрыт, насколько я понимаю. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Пожалуйста, радиостана

Ничем, ничем вы не поможете сами себе, если так будет. Вот и все. Просто нужно работать, идти вперед, не отчаиваться. И все. все. Надо дальше просто делать свое дело и все. И стараться совместно как-то работать вместе одним сплоченным коллективом. Тогда проблем таких не будет. А спортсмен или тренер он не будет. Там, ничем не поможет совсем, в этом плане. Пожалуйста, ну? коллеги, еще вопросы есть? Курсет Лиган Ахра Понча. Так, да, срок Евразия дополнительно, пожалуйста. Да, дополнительный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в соцсетях постоянно, не только в соцсетях, вообще в мире обсуждают допинговый скандал, согласно которому спортсмены нескольких стран им официально разрешили употреблять допинг якобы из-за болезни. Как вы к этому относитесь? Как вы относитесь к тому, что спортсмены выходят, заведомо зная, что они употребляют допинг, и они соревнуются с теми спортсменами, Которые либо не знали, что они принимают, либо просто сами по себе по природе просто готовились без всякого допинга. То есть, насколько это справедливо, на ваш взгляд, и вот ваше отношение к такому. Честно говоря, я уже запутался в этом всем. Ну, вот такие вот. Вот такой вот олимпийский спорт получается. Кто-то вот так, а кто-то эдак. Ничего я не понимаю. Ну да, я слышал, что вот опубликовали. Фэнси bears ребята хакера там взломали систему ВАДА и опубликовали вот эти вот э, списки где действительно важные атлеты большие очень понимают и, и нормально. Ну вот кому- то вот так можно кому-то нельзя кто-то вот вот такое а кто-то а кто виноват потому что там якобы не знаю нашли там у них 8 лет назад а кто-то вот сегодня это делает и все хорошо все счастливы довольный. Кто-то по-настоящему борется с допингом, а кто-то просто делает вид, что борется, и кто-то создает систему для того, чтобы спортсмены якобы там боролись, а на самом деле это просто может быть и невозможно. В общем, всякое, спорт – это большая индустрия, где много непонятного и много… Обидно то, что спортсмены потом отдуваются от этого всего им позволять можно ли вообще спортсменам, которые болеют, позволять соревноваться, соревноваться или уже вычеркивать их вот из этих рядов? Ну, если человек где, болеет, где справедливость? Ну, если человек болеет, то ну там если человек сильно болен, он, по-моему, не сможет соревноваться с теми здоровыми людьми, либо ну не знаю. Ну, смотря какая болезнь, конечно. Честно, это такой вопрос. Ну, спорт ⁇ это здоровье. Не знаю. Для меня это непонятно, честно говоря. Болеет человек и выигрывает. Ну, там, понятно же, ну, человек, если болен, он болен. Если он астматик, то он задыхается, когда едет. Ну, то есть, или бежит, или что-то делает. То есть получается, врачи, которые полгода раз делают проверку организма, чтобы допустить человека на соревнования, получается, они дают, ну, то есть получается, им допинг на беги, и, я, ну, вот это якобы он больной, больной ли он вообще? То есть тогда, если он бежит и не задыхается, ну, то есть вот такие вот вопросы меня начинают, задав... ну, я сам себе начинаю задавать. Или там у человека очень сильно развита мышечная масса. Очень сильно. Он болеет дистрофией. Это не понять вообще. Это как. Ну, это это непонятно не, не вообще никому, по-моему. Да? Вот. Я думаю, что там какие-то должны быть. Там должно быть какой-то. Там умные люди должны сидеть и правильно должны распределять все ресурсы и правильно понимать, что такое спорт и что такое бизнес и что такое ну, вообще олимпийский спорт и как нужно его преподавать. Не знаю, там, наверное, ну, не мне им их учить, они же умные люди все. Но ну, человек болеет, его надо лечить и, и смотреть, болен ли он вообще. Вот. Спасибо. Не знаю, Коллеги, есть ли еще не... вопросы, дополнения, уточнения? Пожалуйста. Гульмира Сарбасова, Казинформ. Илья Александрович, в вашей спортивной карьере много интересного, поучительного. Нет ли у вас желания написать книгу о своей спортивной судьбе? Тем более возникли такие перипетии. Спасибо за вопрос. На самом деле у меня было желание еще 26 лет что-то там такое интересное придумать по поводу книги. Ну, думал, ну, в конце уже карьеры своей что-нибудь придумаю. Ну, с помощью ну, хорошего, грамотного человека, который грамотно мои мысли передаст. Наверное, на бумагу. Я бы я, конечно, что-нибудь бы и ну, как бы написал бы. Потому что в будущем, в любом случае, это должно быть и место. Ну, и, и это должно быть в будущем, потому что, ну, такая уникальная, интересная жизнь, спортивная, которая действительно и поучительная. И, и показательное. Думаю, что в будущем это будет, потому что тем более сейчас времени много, о чем подумать есть и написать можно что-нибудь. Пожалуйста. Еще раз хотел спросить, вот можете вот чувствовать, что заканчивается, вот призвать молодежь вот, к вашему любимому спорту, они вас по любому поддерживают, знают, кто вы сразу вот ну, что молодежь знала и вы почувствовали ту атмосферу, которую... А у вас, когда вы скажете об этом, вы почувствуете вот тот наплыв и как бы призвать к вашему спорту, любимому спорту и будущему, может, увидим молодое поколение от имени вас. Ну, я думаю, когда я подымал, когда я делал те вещи, которые, ну, на помосте, с гордостью скажу, что никто не мог сделать и, может быть, в будущем сделает когда-нибудь, но пока еще нет. Они уже воодушевлялись, вдов... вдохновлялись, шли в зал и работали, и поднимали. До сих пор вижу вот эти прически, вот эти вот, когда мои, мои действия по всему миру ребята идут. Я думаю, вот тогда, когда мы работали, когда мы э, с командой выставляли в Инстаграм мои тренировки, когда мы показывали это все, когда мы выигрывали, когда вот эта незабываемая Алмата была сумасшедшая просто последним подходом, который самый, наверное, незабываемый мой подход в моей жизни будет. Вот тогда они смотрели и шли в залы, и, и, воодушевленно поднимали штанги. И теперь я должен спокойно идти, то есть, ну, вот я сейчас умею поднимать, идти, вот, тренировать, потихоньку вот так воодушевлять. Опять же, есть, есть где показывать хорошие ну, рекорды, чтобы 250 поднять. На самом деле это надо кропотливый труд и полтора года работы, ну год работы чтобы идти, ну, конечно, целенаправленно поставить всем там вызов, но какой-то сделать, это можно, но нужно ли вообще? Это я буду думать попозже. Если я хорошую форму наберу, даже может быть и хороший рекорд такой. Ну, это, не знаю. Ну, по поводу вот ребят, они, под, они шли, приходили, и сейчас приходят, в любом случае, только, ну, если они видят, человек, кто поднимает, то выигрывает. Они идут больше. Сейчас идут поменьше. Футболатлетика она всегда я, была на уровне там, таком хорошем. Молодые пацаны, которые вот, которые просто на улице, они такой же довольно таки уличный вид спорта, ну то есть они всегда приходили или тренера у нас и, и те взрослые ребята. Допустим, я стал там чемпионом. Другой мой друг, например, он сейчас хороший тренер, у которого есть свои чемпионы. Он ходит, болеет за них, переживает. А тренер очень много зависит допустим там с 13 с 12 до 15 лет нам пацан молодой ему он гуляет его надо его надо держать это тоже надо уметь вот как меня там мой тренер там, держал то есть это все от тренера тоже зависит то есть набежали ребята там, 10 из 10 5 ушли пятерых надо как-то работать из них двое остались и вот так то есть это очень такой кропотливый труд тяжело и конечно нужно работать в целом и залы, что в порядке были красиво, со временем в ногу шли. А то заходишь, тут 21 век, зал заходишь, там 20 век до сих пор 60-е годы. Тоже, ну, сам родитель даже не захочет, чтобы его ребенок подымал или там делал какие-то результаты. Спасибо за ответ. Следующий вопрос на бюро, пожалуйста. Здравствуйте, Илья. Информбюро Кизет, Жанна Сигдулакуза. Хотелось бы выразить вам в первую очередь благодарность за то, что вы нашли в себе силы вот так вот открыто рассказать об этом, заявить. И у меня только вопрос. Вы сказали, что вы хотите уйти в бизнес. Скажите, пожалуйста, вы уже знаете, чем вы будете заниматься? Не знаю, пока. Ну, не, э, У мамы салон красоты хотелось бы здесь тоже. Пока значит, что с малого. <голос затотуда> да, хочу открыть салон красоты, может быть. Что-то попробовать так. но ну, это так, это просто мысль, которая ну, семейный такой бизнес. Это, это одна из таких идей, которая непосредственно должна ну, как бы в моей жизни в голове, потому что это все меня кормило раньше. Вот такие мысли. Ну, это мало. А там большим я не знаю, что я, я пока не знаю, что я могу в этом деле. Я поэтому поступил пока. Отучусь, открою, возьму, ну, здание в общем, построю, посмотрю как. Потом дальше буду делать какие-то шаги маленькие. Все начинается с малого, как когда-то я поднял там свои 17 килограмм в рывке и 22 в толчке, так и с бизнеса. Спасибо за ответ. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Тарда срок Тарнасбарма. Прежде чем завершить нашу пресс-конференцию, мы хотели бы от службы центральных коммуникаций выразить огромную признательность вам. Спасибо огромное. В, наверное, страна не знает более патриотичного спортсмена, олимпийского чемпиона. Мы об этом помним даже в Чечне, когда Илья заставил организаторов, чтобы прозвучал государственный гимн республики Казахстан так, как это положено. Мы выражаем огромную благодарность и слова поддержки. И хотелось бы, чтобы вы помнили всегда, что, я думаю, мои коллеги меня поддержат, Илья Элин чемпион олимпийский, чемпион Казахстана и гордость нашей страны. Давайте поддержим. Спасибо огромное, друзья.